shot? Что прикажете? Да. Да, милорд. Жду приказ. Да. Слушаю вас. Приказывайте. Мы отправим их в ад. Крушите врагов во славу Господа и Святой Церкви. When you have cannon-type units in your army, such as bombards, cannons, or basilisks, remember to keep your own units out of their line of fire, or you will blast them apart. Yeah.
бомбарда! Стену. Вперед! К победе и славе! Наши воины доказали свою храбрость. Вражеские стены захвачены! Thank you.
Хвала Господу! Вражеский полководец мертв! Захвачен. Враги бегут с поля боя! Эта победа прославит доблестных и отважных воинов Господа. Они получили то, что заслужили. Мы захватили селение врага! Победа! Покажите врага. Ваше Величество. Жду приказаний. Да? Да? Да. Выступаем. Блестящая победа!
Да. Да, милорд. Да, милорд, это выгодное дело. Куда мне идти? На сегодня мы будем молча. Приказывайте. Да. 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 Марш. Что прикажете? Что прикажете? Хорошее место для лагеря. Какие будут пожелания? Я поговорю с ними, милорд. Что привело вас ко мне, ваше высочество? Вижу, мы пришли к соглашению. Мы еще встретимся. Конечно, милорд.
Подожду до утра. Princesses can engage in diplomacy with foreign emissaries. Right-click on a character, army or settlement belonging to another faction to enter negotiations. Мой друг, у вас есть предложение? Похоже, мы пришли к соглашению. До новых встреч. Не думаю, что я туда хочу. Хорошо. Кого будем разорять, милорд? Что вы хотите знать, милорд? У вас деловые проблемы. Доверьте их мне. Что вы хотите знать? Уже в пути.
Да, милорд. Прокладываю курс, милорд. Пожелаете. Да, милорд. И чья же та? Что вы хотите знать, милорд? И чья же торговля вас не устраивает? Их лавки закроются навсегда. Да, милорд. Да, милорд, это выгодное дело. Что вы хотите знать? У вас деловые проблемы? Доверьте их мне. Ваше Величество, опять переговоры? А как же свадьба? Я буду говорить от имени моего народа. Мир вам, друзья. Что привело вас к нам? Хорошо, я принимаю. На этом мы завершаем нашу встречу. Да? Марш! Слушаю вас. Да, милорд.
Да, милорд. Я добьюсь аудиенции. You are brave to seek an audience with us like this. Sultan has killed me. This bodes poorly for our future. Да?